называется «Окружающая Самарская филармония». Международный фестиваль органной музыки «Королевские аудиенции» продолжается. И сегодня на нашей сцене пройдет очередной фестивальный концерт. У нас три гости сегодня. Замечательные музыканты, виртуозы, которые обожают эксперименты и очень любят совместное музицирование. Лауреаты международных конкурсов, солисты Белгородской филармонии, органист Тимур Хлюлин, исполнитель на армянском дудуке и других национальных инструментах Карен Веробрян и музыкант-мультиинструменталист, в руках и губах которого будут звучать и волынка, и флейта пана, и другие инструменты, Михаил Петручный. Как видите, многонациональное трио. И программа наша, которая пройдет в одном отделении, называется «Музыка народов мира». Я желаю вам прекрасного вечера и приглашаю Тимура Хлюлина. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Приветствую вас, дорогие друзья! Я нахожусь на Поволжье России, в Самарской государственной филармонии. В 2020 году эта филармония, кстати, отмечает свое 80-летие, а это место, эта концертная площадка имеет богатую и насыщенную историю. В 1907 году здесь был открыт театр-цирк «Олимпия», и именно на этой сцене выступал Шаляпин, Козловский. Свои стихи читали Блок и Маяковский. В 1917 году Куйбышев именно со сцены театра «Олимп» объявил о победе советской власти. А уже 8 мая 1940 года открылся первый концертный сезон Куйбышевской филармонии. В 1974 году эту филармонию закрыли на реставрацию, здание было разрушено, а уже в 1988 году распахнулись двери новой Самарской государственной филармонии. В здании этой филармонии мы сейчас и находимся. Оформлено оно в стиле модерн и поражает своими причудливыми элементами декора и несимметричной формой. Обратите внимание, какие интересные окна, интересные непривычные люстры. Много воздуха, она светлая, просторная, как будто бы не имеет таких масштабов и размеров. А между прочим, зал филармонии на 1000 мест. Вот наша афиша. Орган, дудук, флейта, волынка. Итак, теперь пройдемте в концертный зал. На сцене Самарской государственной филармонии, и сейчас с большим удовольствием и трепетом познакомлю вас еще с одним органом. На сей раз это орган немецкой фирмы Rudolf von Beckerath. Вот этот инструмент за моей спиной. Гигант, красавец. Инструмент в 52 регистра, 3 мануала для игры руками, педальная клавиатура в 32 клавиши. Инструмент, конечно, этот очень отличается от многих, что я до этого показывал. Посмотрите, какие здесь необычные регистровые рукоятки, точнее, регистровые кнопки. Окрас клавиатуры под старинные немецкие органы. Вот она надпись «Rudolf von Beckerath, Гамбург». В 2000 году был построен, в 2001 году был открыт при участии Гарри Яковлевича Гротберга. Инструмент, конечно, сразу удивляет тем, что тело органа и игровой пульт находятся на расстоянии друг от друга. Причем пульт может кататься в любую точку концертной сцены. Связывает орган и пульт кабель, который ведет в само сердце.
Вот здесь, за этими дверями, как раз и хранится игровой пульт, когда проходят другие неорганные концерты. Итак, основные регистры органа находятся с левой стороны. Хауптверк, основной мануал, первый на данном органе. Позитив, второй. Швеллерверк, третий, связанный с педалью для увеличения громкости и диминуэнда. Вальцер включается так же, как и на всех органах, с предохранителем и подключает регистры один за другим. Индикатор включения регистра – это загорающаяся зеленая лампочка. Лампочка горит, регистр включен. Для того, чтобы отключить регистр, нужно еще раз на него нажать. Необычная система, не скажу, что она самая удобная, но вот так нужно привыкать. С этой стороны вспомогательные регистровые рукоятки, которые управляют копуляциями, то есть смесью различных регистров и мануалов между собой. Инструмент этот имеет такое характерное для электронной трансмиссии запаздывание. Но к этому тоже нужно привыкать, ничего страшного. Регистры имеют 4 банка, 1, 2, 3, 4. На каждом банке по 8 комбинаций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От буквы А до буквы H. Не знаю, зачем нужно было делать такую систему, когда можно было просто сделать последовательно от 1, допустим, до 2000. Потому что такая система очень усложняет регистровку. И к этому приходится, опять же, долго привыкать. И вот так это неприглядно выглядит. Странные цифры, буквы, смесь разных банков, римские цифры, буквы, затем арабские цифры. Все это в смеси, конечно, усложняет регистровку. Я сегодня потратил очень много времени, чтобы сделать ее. Ну а сейчас мы попробуем послушать какие-то из регистров. Здесь есть 32 унтерзац, очень приятно. Вряд ли видео может передать этот звук, но тем не менее попытаться в наушниках услышать его можно. Есть регистры Бомбардоверк. Это еще один этаж. Мы на него заберемся чуть позже. Регистры бомбарды включаются на любом из мануалов. Они блуждающие. Я могу включить бомбарды на третьем этаже. Регистр бомбарды располагаются раструбами в зал, то есть они громче и прорезывают звучание. Эти же регистры я могу блуждающими комбинациями включить в педаль, и что мы получим? Целых 3 язычка у нас есть на третьем мануале. Шестнадцать футов, красивый гобой. Трампет первого мануала. Без флейты. Так, дульциан на средней клавиатуре, на позитиве.
На каждой клавиатуре есть тремулянт и рукоятка, которая этот тремулянт регулирует. Теперь подключим все регистры. Мы видим, все лампочки горят. Послушаем, как звучит органная тутти в Самарской филармонии. Да, вот здесь базируются органные мастера органа Самарской государственной филармонии. И мы уже видим трубы регистра 16 футов педали суббас. Заглянем чуть дальше, глубже вовнутрь инструмента. Вон путь вот здесь. Где? Вот она, эта чудесная штука, которая помогает настраивать орган без ассистента. Прямо проводами подсоединено к регистровому пульту, и можно включать необходимые язычки для того, чтобы подстроить их в одиночку. Это очень удобно. Вот мы находимся прямо за первым рядом фасадных труб самарского органа. Заглянем в швеллер. А наверху что интересно? Там эти бомбарды. О, а можно я их гляну? Оно да, прикреплено? Там, если не жалко штаны? Не, не жалко. Там вон двери есть. Здесь вот эти ключки, а там вот ключ висит. Вот этот ключ от чего он? Это квадратный? Да. Это от ключков. Вот здесь вот ключки. Ага. Они открываются, и можно нижний часть, этот бомбард нижний ряд настроить. А, понятно. А можно залезть вот туда, вылезти куда, там эти. А я там дверей не вижу. Там есть. А, наверху вот то, да? Да. И что, туда тоже лазают? Конечно. Ух ты. Туда можно залезть. Вот мы забрались на четвертый этаж самарского органа. Вот он, регистр, который направлен раструбами прямо в центр зала. Так называемые шамады. Здесь не скрыто вот за этой звукопроницаемой тканью. И звучат они, конечно, очень ярко и пронзительно. Это вершина самарского органа. Конечно, смотрится не очень красиво, но можно представить, какой это размер инструмента. Мы видим первый этаж, где располагается рабочее место органного мастера.